Всем привет! Давайте посмотрим, что нам может еще программа изображать. Поработаем с планом 3D. Откроем план 3D. Вытянем все по стандарту. Выравниваем. Заходим в Initialize. Ставим 3 на 3. И смотрим поле F. Вот такая сетка у нас получилась. Жмем Make Polymesh. Вот что-то такое у нас вышло. Жмем Ctrl-D. Добавляем дивайдов. Ну, думаю, 10 хватит. Вот 7 у нас сейчас. 8, 9. Вот 10 мы поставили. 1 миллион полигонов у нас. Многовато. Вот так вот оставим. 263 тысячи. И теперь давайте приблизим вот так вот к себе. И поработаем Projection Master. Вот здесь он находится. Color отключаем. Деформацию включаем. Нормализацию убираем. И жмем Drop Now. Переключаем строк на Line. И выбираем альфу. Какую нам надо. Альфа 1, альфа 2 и... Можно шестой работать. Вот шестая здесь установлена. Как это все работает? Draw Size прибавляем. Интенсивность тоже прибавляем. И вот у нас здесь размечено все по квадратикам. И с запасом на другую сторону. Вот так мы это все делаем. Потом делаем поменьше Draw Size и ставим вот тут вот так. Полоску. И еще можно поменьше сделать, нарисовать вот тут так. Вот так. Чуть можно за SAP переключиться и вот здесь вот сделать вот так вот верхнюю кромку. Ну, когда мы вот это все сделали, жмем Projection Master и жмем Pink Now. Смотрим, что у нас получилось. Вот такой рисунок. И теперь что нужно сделать? Опять поле F. Включаем. И теперь Ctrl выделяем вот так вот по половину. Заходим в деформацию. И жмем Smart Resume по X. Вот так вот получается. Снимаем выделение. Опять выделяем вот так вот нижнюю часть. И опять жмем Smart Resume только по Y. Вот так вот. Вот такая рамка у нас получилась. Можно для картины, можно для дверей. Как это все работает, давайте покажу. Жмете ротацию. Переходите вот так в этот режим. Вот это. Теперь жмете Ctrl, ставите Rect и вот так вот выделяете. Немножко нужно еще подкрутить. И подогнав. Вот так вот все это выделяется. Когда вы выделили все это, заходим теперь в Visibility вот это вот. И жмем Hide PT. Когда вот это все выделено, обрезано, убрано, можно зайти в геометрии и выключить DLow, нажать Del Hidden. То, что мы скрыли, вот это все удалить. И можно сделать, что вот заднюю часть у нас не видно. Можно зайти в Display Properties и нажать дублировать. Вот так вот. Что теперь можно сделать? Теперь можно поработать с MOV. Ставим симметрию. Вытягиваем. И вот так вот ее можно
корректировать. Заходим в деформацию и прокрутку делаем назад. Вот такая у нас вышла рамка. Можно из нее сделать для картины, допустим. Ставим трансформ и по Y ее можно чуть-чуть провести. Можно по Z. У кого как установлено. Вот такая может рамка выйти у вас для картины. Так, что еще можно? Сюда можно узор нанести, вставить барельеф и так далее. Также это могут быть обналичка окон на здание. Так, давайте еще поработаем. Возьмем, опять откроем наш план. Жмем Make Polymesh. Но теперь поработаем с другой системой. Жмем Transform. Активация симметрии жмем, ротацию, выбираем, как она у нас установлена. Добавляем радиалов, вот что-то у нас такое получается. И теперь можно переключиться на I и Inflate, вот это вот. Фишка. И давайте посмотрим, как она будет работать. Draw Size уменьшаем. Ставим Make Polymesh. Включаем. Жмем Ctrl-D, Ctrl-D. Добавляем опять дивайдов побольше. Так, у нас 4. Можно еще добавить 5, 6, 7, 8. Думаю, хватит. Вот так у нас получается. Приближаем чуть поближе, чтобы удобнее было. И давайте порисуем теперь. Вот так получается. Плоховато. Еще добавим дивайдов до 9. И теперь поставим интенсивность получше. Теперь добавим еще радиалов. Пусть побольше будет 45. И давайте теперь порисуем. Вот так. Уменьшим Draw Size. Перейдем на SAT. Вот такая розетка может получиться на потолок. Добавить можно узоры сглаженных частей. Отключаем теперь симметрию. И надо вот это все нам теперь выбрать. Нажимаем маскирование, кликаем на круг. И вот так вот ее подгоняем. Выделяем и делаем то же самое. Заходим в Visibility и жмем Hidden. Геометрии отключаем Del Low и жмем так Del Hidden. Вот такая розетка у нас получилась. Можно ее использовать будет где-нибудь. Давайте еще посмотрим, как арки делать. Принцип тот же. Только чуть-чуть
надо будет ее сделать вот здесь вот побольше. Вот так вот. И еще маленькую добавим. Вот что-то такое у нас получается. Так, теперь отключаем симметрию и выравниваем вот так вот. Переключаемся на Rect, маска. Выделяем вот так вот. И повторяем ту же операцию. Visibility, HTP, и теперь Geometry и Del Hidden. Вот когда у нас вот такая штука получилась, можно ее вот так вот выделить, включить MOV, включить симметрию, отключить радиалы и переключимся на X. Вот такая арка у нас может получиться. Ее можно прикрепить на здание, где двери, где окна. И также можно ее обрезать. Можно делать. Фантазия только ваша. Рисуйте на плане 3D что хотите и преобразовывайте ее вот в такие вот вещи. Можно также все это дело в деформации еще поработать, допустим, бендом. Как-нибудь вот такие вот можно делать обрезки. Можно делать твистом. Вот так вот. Можно вот так вот ее гнуть, уменьшать. В принципе, вот такие вот незамысловатые вещи может план 3D делать. Все, всем пока, до свидания.